Барабаш. Приехали. А что это все дает, я не знаю. Это у него лед. А что же он там-то сейчас? Может беречь? Сейчас узнаю. Работает сегодня. Трактор этот приехал с прицепом. Похоже, прицепом нагрузил. Ну да, нагрузил полностью. Стоит прямо напротив школы. Это я на новом зерноскладе у Игоря. Сегодня 5 сентября 2019 года, четверг. Показать, сколько здесь у него ячменя. Ясное дело, что там весь склад был бы засыпан. Здесь-то и то уже больше трети засыпано. Весной это дороже, а сегодня за полцены даже не беру. Успевает, кто знает.